Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодня приготовлю новогодний салат «Ананас». Начинаем готовить. Канал ВО с Юлией Ковальчук. Небольшую луковицу нарезаю мелко. И пяток добавляю соль, сахар, уксус и все перемешиваю. Заливаю лук подготовленным маринадом и оставляю до тех пор, пока буду подготавливать остальные ингредиенты для салата. Затем жидкость нужно с лука убрать. Отварную куриную грудку нарезаю на небольшие кубики. Яйца также нарезаю на мелкие кубики, но можно натереть на крупную терку. Твердый сыр натираю на крупной терке. Салат я буду выкладывать в форме ананаса, поэтому взяла овальное блюдо. И первым слоем выкладываю куриное мясо. Затем выкладываю маринованный лук и смазываю все майонезом. Добавляю в салат яйца и опять смазываю все майонезом. Следующий слой салата нарезанный кубиком консервированный ананас. Затем присыпаю салат сыром и хорошо все смазываю майонезом. Верхним слоем выкладываю на салат орехи. Ну а теперь нашему ананасу нужно сделать хвостик. Его можно отрезать со свежего ананаса, а можно сделать с перышек зеленого лука. Салат ананас для любителей сочетания в салате куриного мяса, маринованного лука, консервированного ананаса, твердого сыра и орехов. Все это очень вкусно и сочно, да и подача в салате интересная. Моей семье этот салат очень полюбился, поэтому он точно будет на моем новогоднем столе. А вы попробуйте, приготовьте, и пусть он тоже украсит ваш новогодний стол. Всем заранее приятного аппетита и классных новогодних праздников! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно оставляйте комментарии. С вами была я, Юлия Ковальчук. Всем хорошего и доброго, и до новых встреч!